В Жамбылской области на полигоне Матыбулак регионального командования «Юг» состоялась заключительная фаза совместного антитеррористического казахстанско-индийского учения «КАЗ-ИНТ-2023». Военнослужащие Индии и Казахстана провели совместную операцию по захвату и уничтожению условных групп боевиков незаконного вооруженного формирования. По замыслу учения, отряды боевиков незаконного вооруженного формирования оборудовали в труднодоступной горной местности базовый лагерь. Командиром сводного казахстанско-индийского батальона принято решение блокировать его мобильными группами. Военнослужащие армии Казахстана и Индии встали в один строй и в атаку пошли плечом к плечу. Работа велась боевыми двойками. Так военнослужащие прикрывали друг друга в бою и обеспечивали продвижение батальона к высотке, на которой засели боевики. Заключительному этапу учения предшествовал ряд инструкторско-методических занятий и тренировок. В ходе их проведения военнослужащие сводного казахстанско-индийского батальона пошагово изучали элементы совместных действий и отрабатывали вопросы боевого слаживания. Такие совместные учения дают возможность создать военные отношения на высоком уровне. Мы укрепляем наши отношения с каждым годом, с каждым учением. И если на начальном этапе учения его участникам требовались переводчики, то в процессе дальнейшей совместной работы военнослужащие Казахстана и Индии научились понимать друг друга с одного слова, с одного жеста. Как мы находим общий язык? А легко. С помощью казахского, русского, английского и с помощью сигналов. Оживленные диалоги в перерывах между боями, способность понимать друг друга даже без знания языка – все говорило о том, что военнослужащих сплотили учения КАЗ-ИНТ, полигон Матыбулак, общие цели и задачи. Наше совместное учение – это прекрасная возможность отработать важные вопросы и задачи, ведь главная цель этого учения – обменяться друг с другом навыками и опытом. В ходе совместного антитеррористического учения «КАЗ-ИНТ-2023» военнослужащие Казахстана и Индии в очередной раз продемонстрировали высокие результаты боевого слаживания. Отработали очень много вопросов по блокам и на сегодняшний день добились высоких результатов. Цели достигнуты, задачи выполнены. Руководители и участники учения КАЗ-ИНТ пришли к твердому выводу, что взаимодействие казахстанского и индийского контингентов выведено на новый уровень. И это дает основание верить, что и все последующие совместные учения будут такими же эффективными и результативными. Дина Мухаринова, Максат Турсунбек, Владимир Мартыненко и Жумат Базаркул, Айкын Акпарат.